Сотрудники полиции УМВД России по Одинцовскому городскому округу провели профилактическую акцию «Будьте внимательны, мошенники». Полицейские пообщались с жителями поселка Лесной городок на улицах и во дворах, рассказали о существующих видах и способах мошенничества, а также о том, как уберечь себя и своих близких от мошеннических действий. Гражданам напомнили о необходимости проявлять осторожность в общении с незнакомыми людьми.